Ну, красотень ну, же. Доброе ну, утро, дорогие друзья. Видите, красота сзади, говорят. И они абсолютно правы. Итак, мы прибыли на запад от Улан-Батора. Здесь будет сейчас проходить шоу. Видите, здесь такой кратер. Здесь более равнинная площадь. Но немножко другой край. Ну, юрты. Юрты. Ну, пошли смотреть? Пошли. Дорогие друзья, сейчас будет шоу. Посмотрите, как нас приветствуют монголы. Я сейчас перебегу. Будете вместе с собой смотреть. Вам видно там что-то? А дальше я буду специально снимать для вас. Сейчас я переверну камеру и буду смотреть. Кончила! Кончила! Да-да-да. Ага, это вот як. Як, да, это называется? Баран, вон, лошадки. Верблюды. Отойдя немножечко в сторону, можно прочувствовать. Ну, каждый свое прочувствует. Здесь такие просторы. Мне кажется, вот эти домики совсем близко, а до них еще идти. А там вдали, видите, пасется стадо, не знаю кого, может быть, як. Может быть, еще кого-то. Сегодня нам повезло очень с погодой, хотя утром был дождик. Вот такое здесь селение. А за моей спиной идет фотосессия. Вот такая быстро меняющаяся картинка. Там умиротворение и спокойствие, а здесь мы, туристы, понаехали. Ну, что сделаешь? Они рады нам, мы рады им. Поэтому все довольны. Ну вот как бы одна из составных частей этого шоу, которое нас принимает, это как бы участие самих зрителей во всем этом. Поэтому вот нас здесь поприветствовали. Дальше, вот видите, есть возможность проехаться на этих животных, верблюд, мьяк и лошадка. Мы сейчас идем к площадке, где будет проходить все это мероприятие. Поэтому вот здесь вот видите. Ну, я работаю, поэтому мне не до катания. Ага, вот видите, как сейчас дальше поменяются. Кто следующий хочет прокатиться? Хватит. Следующий. Поехали. Так, мне надо тебя побежать. Он боже, он упирается. Да, господа, ты мне не хочешь кататься? Классно. Хорошо? Так. Ага, спасибо. Так надо. Может, Татьяна у нас садится на яка? Нет, давай писать.
Тань, я б видео. А сфоткай ее. Ну, я перешлю только тогда, когда интернет будет. Класс. Жилийн дөрөв өдрөөд нүүлээ амьдардаг. Одоо та бүхэн хүрэлцэн ирсэн байгаа энэ орчин бол малчин айл өхөд маань намар цагийнхаа байдал хуурсан байгаа нөхцөл ирсэн байна гэсэн. Хөөх тийм үү? Имаваа но Монгорова. Намарчанд болчихсон. Сайхан хөөрг зөрүүлэхээс явагдан энэ бол тухайн зочдыг хүндэтгэх, тухайн зочдтой танилцах, манай Монголын хүнийг хүндэтгэх гурван том ясны нэг зүүн ясаар багтдаг. Тийм ээ, зүүн гараараа баруун гарынхаа дохойг төшин зочдтойгоо мэндлэх нь байна. За би дараахан биш ээ, тийм ээ, 6 жилийн өмнөх Монголын малчин ард түмний бидэд хэрэгж байсан эд ковшил гэр ахуйгаараа та бүгд өргөө цайд жоштон ирсэн гэсэн. Теперь женщина. Зочдыг дайлж байгаа сүйтэй цаа маань юугаараа онцлогтой гэхээр одоо сардын малын зүгээс манай Монгол орон нүүдлийнхэн өв соёлыг авч үлдэж байгаа дэлхийн бас торын ганц орны нэгээр тодордог шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр жилийн дөрөн удаалттай орон жил дөрөн удаа нуун 40 удаа ш нүүж малдгүй. Тэгэхдээ Монгол гэр маань ажил тустай болохоор бид нар эдийг болтол ашиглаж амьдрж ирж байна гэсэн. Монголоо мукаши кара мидоо минзоктэй хэцүүнөтэй мэдэх. Марита Маргойскую. Ана корона сумаёо ичбан кайтикина монде. Имаде мо нан нин нан син нин кам мо.